Время 21:15. К сожалению, мы проиграли этот матч. Ну, собирать все равно все свои вещи надо. Поедем дальше в Казань. Один чехол. Правый загиб, другой чехол, левый загиб. Третий болгарский. Самое сложное вот у меня станок точильный. Сам таскарь, никому не доверяю. Вот это, наверное, самое сложное. Ну нет, а на самом деле, как у всех, ящики у докторов железные, медикаменты. У ребят у массажистов. Да полно вещей, на самом деле. Сейчас какое-то время пройдет, я их буду упаковывать. Каждый лезвие индивидуально. Перелеты. Это сам таскаешь еще, ладно. А когда таскают сторонние люди, ну, я не доверяю. Да. Поэтому все приходится упаковать более тщательно. Сейчас мы это все будем упаковать. Вынимаю чипы. Сейчас время 21:45, вот полчаса мы собираемся, практически все готово, последние штрихи, грузимся и в аэропорт. На ужин сегодня не заработали. Время уже 00:10, долго добирались? Ну да, пробки по МКАДу были. Да. Раньше команды выехали минут на 30. Москва, все долго, пробки. Это блогерам просто выступает тоже. Если чина, там давайте, пацаны, тоже подтягивайтесь. Время 3:00. Мы приехали в Татнефть-арену. Сейчас я вам покажу, как выглядит. Ночью так, Татнефть-арена, вот так вот выглядит. Пустая гостевая раздевалка. Ну, а так она выглядит через некоторое время. Все, я в гостиницу спать. Так, как видите, добрый день. Да, доброе утро. Как видите, у нас вся форма уже развешена, работа продолжается. Завтра будем играть с Ак Барсом. А сегодня команда выйдет на лед, будет тренироваться, готовиться.